Всем привет! Сегодня у нас будет интересное видео. Это Toyota Camry в 50-м кузове. Автомобиль 2012 года. Владелец проживает в Набережных Челнах, то есть достаточно редкий случай, когда к нам привезли машину из Набережных Челнов. Но это такая ирония, потому что если походить по нашей парковке, можно увидеть кучу автомобилей самых разных городов нашей необъятной страны. И только из Набережных Челнов здесь стоит лишь несколько автомобилей. Данный автомобиль примечателен тем, что здесь не будет ремонта двигателя. Сейчас я расскажу, что здесь будет. Мы будем менять мотор. Ситуация следующая. Четвертый владелец, до него было три владельца, там с пробегом что-то 1060 или 80 он машину забрал. Он проехал 310 тысяч на ней. То есть здесь пробег за 400 тысяч. Мотор не вскрывался. Также здесь стоит газобаллонное оборудование, которое тоже прошло более 300 тысяч, то есть с момента покупки автомобиля с рук, он поставил газ. Катализатор здесь тоже до сих пор родной, то есть вы понимаете, к чему я клоню. А клоню я к тому, что мотор фактически прошел 4 сотки и помер. Но помер он, в общем-то, заслуженно, то есть завод-изготовитель не обещал никому 4 миллиона пробега, то есть прошел 300-400 и все свободен. Так что в целом ругать этот двигатель, я думаю, пока причин нет. Это прекрасный результат. Клиент не скрывает того, что автомобиль используется в такси. Этот автомобиль один из моих сотрудников видел в такси, сам на нем ездил в качестве пассажира. Так что сомневаться в словах владельца не приходится. Машину привезли на эвакуаторе с мертвым мотором. Он застучал. Историю того, как он застучал, я расскажу чуть позже. Она вообще заслуживает отдельного интереса. А также здесь заслуживает интереса не только то, как он застучал, но и какое масло здесь лилось, а также откуда мы получили двигатель. Точнее говоря, клиент получил двигатель, потому что отправитель, конечно же, я думаю, не знал, кто будет устанавливать двигатель. Несмотря на пробег, машина в относительно хорошем состоянии, то есть кузов такой наполированный. Машину мы помыли, ее привезли грязную, отмыли моторный отсек. Он был в таком достаточно, довольно-таки сильно загрязненном состоянии. И вот небольшой обзорчик автомобиля. Дело в том, что мы Toyota это делаем, но делаем в основном старые моторы. Это 1AZ, там 2AZ, 2.0, 2.4 моторы. Сейчас вот RAV4 стоит с относительно новым 2-литровым мотором. Там ничего сделать уже нельзя. Там прокладку пробило, шатун скрутило бараньим рогом и мотор на помойку. Ну, там еще вот вариатор делаем. Когда сделаем вариатор, придет контрактный мотор. Ну, так называемый контрактный мотор. Здесь ситуация будет та же самая. То есть ремонту... Ну, клиент, в общем-то, про ремонт не спрашивал. Он решил сразу поменять двигатель. Сроки его не устраивают ремонта, машина используется в такси, и вот, видимо, человеку важен каждый день. Да и говорит, что там живого от мотора-то осталось. Но самое интересное, знаете что? То, что клиент нам разрешил разобрать этот двигатель. За разбор старого мотора мы денег не возьмем. То есть просто разберем, посмотрим состояние, ознакомимся с ним. Хотя мы точно знаем, что на YouTube уже видео по этим моторам есть. Но я лично каналы, скажем так, других СТО, у меня просто нет времени смотреть. Я практически не имею времени. Да и после работы, когда ты целый день смотришь на все эти железки, тебе уже просто неинтересно смотреть на эти видео. Мне даже больше интересно смотреть на какой-нибудь канал, там, я не знаю, с шитьем или рукоделием, чем вот по моторам. То есть просто хочется переключиться от бесконечных поршней, шатунов и вкладышей. Ну что ж, 4 сотки. Прекрасный результат. Давайте посмотрим, что здесь у нас интересного. Салон такой достаточно чистый. Тут надо сразу отметить положение пассажирского переднего сиденья для того, чтобы сзади было удобно сидеть пассажирам такси. Поэтому, не, ну так, в принципе, владелец следит за машиной. То есть все чистенько, все пристойно, все красиво. Салон, конечно, традиционно для Toyota такой. Традиционный для Toyota. Ну, что здесь? Пробег. Надо найти, где пробег. Можно посмотреть. Я не такой фанат Toyota. И, честно скажем, меня они приводят иногда в замешательство. Хотя здесь все логично. Вот 403 тысячи. Пробег на одометре показан. Нет, прекрасно, прекрасно. Говорит, 50% трасса, 50% город. То есть на машине не только трассовый пробег, но еще и городской. Поэтому вот мы когда показывали там 600 тысяч на Оптиме, там преимущественно в основном трассовый пробег. И то там было уже две капиталки. А здесь мотор еще не вскрывался. Стоит газовое оборудование BRC. Понятно, что есть какие-то крашеные детали, судя по рискам на том же капоте. Ну, что теперь? Для такого пробега и не мудрено. Тем более, что здесь вот, например, бампер. Видно, что краска вроде как была другого цвета, какого-то серебристого. В общем, машина рабочая.
Мотор мы отмыли, машину отмыли. В каком он был состоянии, я покажу в следующей врезке. Вот в таком состоянии был моторный отсек до того, как мы помыли автомобиль, помыли моторку. Как видите, все облеплено грязью, все в масле. Крышка сломана, валяется на моторе. Под капотом этого автомобиля установлен двигатель объем 2,5 литра. Это 2AR-FE. Мы все помним двигатель 2ZFE. Там еще есть, конечно, и с прямым впрыском уродец, скажем так, у них в этой линейке. Но я про нее не буду рассказывать. Это печаль и боль для всех мотористов, тот мотор. Так вот, 2,5 мотор. Почему-то в районе 10-х годов у всех автопроизводителей какая-то пошла манечка прибавить 100 кубов для мотора 2,4. Корейцы тем же путем пошли, то есть был 2,4, стал 2,5 мотор. Вот прямо им надо было почему-то всем округлить эту циферку до магических 2,5. Я бы еще посоветовал сделать 2,7, но Toyota и его тоже сделал. Он ставится на Prado и на Venzo. 2,7, там у них есть мотор тоже 4-цилиндровый. Можно еще УАЗик вспомнить. Но каким тут боком УАЗик, где Toyota, где УАЗик? Понятно, что такие моторы требуют системы балансиров для гашения вибрации 4-цилиндрового мотора. Я думаю, что здесь, безусловно, эта система стоит. На 2Z она тоже есть. У УАЗика ее, кстати, нет. Так что там люди наслаждаются трясущимися дверями. Было дело, мы их ремонтировали когда-то. Я сразу говорю, УАЗики из ЗМЗ, ОМЗ я сейчас не делаю. После иномарок просто хочется плакать кровавыми слезами вот этих моторов, вот качество запчастей, но не будем сейчас об этом. Так, в общем, 2,5 мотор, они увеличили немного диаметр цилиндра, был 88,5 на 2Z, стал 90 мм, и чуть-чуть добавили ход поршня. А так, в целом, это те же самые яйца, только сбоку. Также здесь еще должны быть форсунки масляные интересной формы, но я их только видел на YouTube, мне вот показывали кусочек видео. Так вот, газовое оборудование здесь стоит, вот там форсунки находятся. Наша задача сегодня и завтра, возможно, это демонтаж двигателя и установка так называемого контрактного мотора. Дальше этот мотор мы повесим на кантователь, и там я уже расскажу про то, какое масло здесь лилось и когда менялось. Это тоже очень интересно. А сейчас, чтобы не перегружать лишней информацией начало ролика, перейдем вот сюда. Вот такая вот посылочка сегодня пришла из Москвы. Клиент ее получил и привез на «Газели». Это так называемый контрактный двигатель. Сразу хочу сказать, что двигатель приобретен клиентом в «Ходосе». Это такая компания известная московская, Миша Ходос. Ну, остальных я не знаю, по крайней мере, видел эти ролики на YouTube. Скажу честно, еще раз повторюсь, я особо не слежу, но иногда что-то всплывает, попадается, и плюс ребята тоже иногда какие-то кусочки могут показать интересные и что-то там рассказать. Короче говоря, приобрел он этот двигатель, и ему сказали, что он куплен в Эмиратах. Такой подход мне импонирует больше, чем покупка двигателя на общеизвестных досках объявлений. Дело в том, что все-таки сейчас у нас продается много восстановленных моторов и, прямо скажем, достаточно невысокого качества. У нас тут недавно был Volkswagen, на который клиент привез двигатель по дешевке, и этот двигатель даже не смог запуститься. То есть ему пришлось еще раз оплачивать снятие установку, и мы поставили второй двигатель. Вот со вторым двигателем машина смогла уехать от нас. Ну, в данном случае я надеюсь, что все пройдет с первого раза. Скажу сразу, этот двигатель мы вскрывать не будем. То есть он имеет свои маркировки и имеет определенную какую-то гарантию. Кстати, я забыл спросить у клиента, сколько там у него гарантии идет на этот мотор. Ну, я уточню позже, узнаю. Так, также клиент сказал следующее. Довольно дорогой мотор. 160 тысяч он отдал за двигатель. Вот, плюс еще купил жидкости, жижи, как некоторые называют. Это масло, антифриз и несколько прокладок. С этого двигателя мы также сохраним водяную помпу, ролик. А со старого мотора он попросил оставить ресивер, так как он сделан со штуцерами под ГБО. Так, в общем, вот в таком состоянии пришел мотор. Смотрим, в общем, там какие-то стикеры есть транспортной компании. То есть он пришел вот, собственно говоря, в таком виде прям нам привезли. Здесь кто-то что-то раскрыл, наверное, клиент, просто в транспортной, то есть он не должен так приходить. Я думаю, пленка была целая, просто клиент ее разрезал, чтобы посмотреть внутри. Вот мы, я еще даже ничего пока не разбирал, прям здесь посмотрим, да. Ну, что мы видим?
Моторы в Эмиратах или даже у нас, в том числе на разборах, просто снимают, особо не заморачиваются, патрубки откусываются ножом. Здесь вот, к сожалению, датчик развалился. Где-то что-то, видимо, ударили при транспортировке. И вот здесь, я так понимаю, фирменный значок Миши Хода состоит, которым он пометил этот двигатель. Ну, так выглядит свежо, чисто, относительно опрятно. Алюминий чистый, хотя могли, конечно, и помыть где-то там. Сейчас мы эту коробчулю разберем, уберем пленочку и осмотрим мотор. Специально сырые доски, чтобы можно было вот так вот ручками все разобрать. Вот показываю грузоотправитель Ходос. Ну, остальное уж я личные данные убрал. Toyota для многих символ надежности, а многие инженерные решения на самом деле хороши. Но сейчас купить автомобиль с прозрачной историей сложно. В той же Camry в корпоративном парке могли масло вообще менять раз в 20 тысяч. Поэтому первый шаг к правильному выбору – идти на дром и посмотреть всех владельцев автомобиля. А главное узнать, владело ли им юрлицо. И в несколько кликов на дроме узнаем всю подноготную. Очень удобно. Небольшой обзор. Вот мы подняли мотор, сняли пленку, так посмотрели немного. Ну, в общем, ничего такого тут нет. Клиент привез всего лишь пару прокладок, но нам больше и не надо. То есть здесь стоит новый термостат, соответственно, прокладку сюда не надо. Вот эта трубка тоже здесь сохранена. Под нее прокладка не требуется, она стоит со своей прокладкой. Помпа здесь есть, ролик, они в хорошем состоянии. Часть каких-то датчиков имеется. Что-то сломано, что-то отрезано. Немножко меня удивило, знаете, что вот как бы Миша, он помечает мотор. То есть вот они здесь значок поставили, там значок вот есть. Это я не знаю, что такое U33, что-то, может быть, номер двигателя у них написан. Ну, я думаю, что это точно не пробег 331 тысяча, в любом случае, явно не похоже. Здесь вот тоже меточки поставили. Они вообще меток не ставят на болты. То есть, грубо говоря, нигде нет никаких пломб. Немножко мне странно видеть, потому что местные всякие разборы, там доски объявления, они прям весь мотор изгадят краской, все изрисуют, как граффити на стене, и все у них вот в красной, зеленой, желтой краске. Здесь такого нет, просто вот белый маркер и свои меточки, и не больше. Но в целом я могу сказать так, как бы профессионал, он всегда увидит, что мотор разбирался после, допустим, завода. Дело в том, что здесь заводской герметик, это сразу видно. И если как бы наносится уже не завод, то видно, что он отличается. И способ нанесения тоже. Здесь обычно наносится на заводе автоматом, и ровная вот такая вот полосочка, жгутик вылезает. А когда люди наносят уже вручную, немножко все это отличается. Но, тем не менее, есть герметики, конечно же, специальными носиками, под давлением. Теоретически, гипотетически можно нанести так, что в принципе будет как завод. Ну, кому это сейчас надо? Кому это надо этим заниматься? Так, патрубки отрезаны, коса проводов обрублена. Так разбирают в Эмиратах. Почему мне в целом нравится, что мотор из Эмиратов? Во-первых, я уже сказал, что эксплуатация на нашем отечественном бензине моторы фактически приканчивает. Плюс наши масла, наши дороги, наша пыль, грязь и все остальное. И от движков обычно ничего не остается. А все-таки там они заглядывают и в клапанную крышку смотрят, даже иногда что-то запускают. Не берусь судить о стоимости этих моторов в Эмиратах, потому что я как бы там не был, так только косвенно по рассказам. Поэтому, ну и опять-таки считать чужие деньги я не хочу. То есть, если этот мотор будет в отличном состоянии и клиент согласился на такие цены, хотя можно было, конечно, найти дешевле, но я уже сказал про 2-3 мотора, то есть здесь, я думаю, попадание должно быть 100% в яблочко, то есть поставили мотор, запустили, и человек довольно уехал. Ну, конечно же, всякое бывает, и возврат, и все остальное, и у Ходоса там были и возвраты, и косяки, и у нас косяки бывают, никто этого не скрывает, то есть косяков нет только у тех, кто сидит на диване и комментирует, пишет негатив, а те, кто работают руками, всегда вынуждены этот негатив кушать. И от зрителей, и от клиентов бывало. Так что это все обычное дело. Ну, что здесь? В принципе, водяная помпа, ролик, все.
отличном состоянии, датчик положения коленвала. Тут, конечно, кое-что поломано. В частности, вот здесь вот трубочка сломана, здесь что-то обломлено. Здесь датчик тоже вот загнут, кронштейн. Ну, ничего страшного, мы все это переставим с автомобиля. Проблем нет никаких. Так, коллектор выглядит прекрасно. Здесь даже кронштейн промвала остался, все остальное выдернули. Не поленились в Эмиратах забрать все это дело. Сейчас вывесим двигатель на гусе и переклеим поддон. Здесь прокладка хорошая. Клиент прокладку под дроссель не привез. Вот эту прокладку мы поставим на ресивер клиента. Прокладка на впуск есть новая. Так, вот сколько проводов. Ах да, я же обещал вам рассказать историю, как лег двигатель клиента. Это очень интересно было послушать. Вот что он рассказал. Я, говорит, ехал ночью по трассе, и тут, говорит, меня обгоняет BMW. Ну, я газ нажал в пол, за ним еду, и он потихонечку от меня уходит. А дело, говорит, было в подъем достаточно хороший. И я, говорит, вот с мыслями о том, что сейчас этот BMW уедет от него, а я, говорит, останусь один на трассе, а свет, говорит, головной у меня не очень хороший. И, говорит, за BMW я бы поехал дальше, было бы хорошо. Ну и, в общем, BMW начинает от него отрываться, газ он жмет в пол, и что-то начинает стучать. BMW, естественно, уезжает, и после этого он на двух цилиндрах возвращается домой. Когда клиент приехал домой на двух цилиндрах, мотор уже стучал, естественно. Вот такие две свечи он извлек. В общем, у свечи образовалась дырка в процессе соревнования с BMW, с немцем. Немец вышел победителем, Toyota проиграла и расплатилась своим мотором. Свечи-то еще и иридиевые стоят. Смех смехом, у меня сотрудник нашел этот автомобиль и владельца на Яндекс.Такси. Ну, понятно, что мир тесен, все тут друг друга знают. Так, радиатор, он сказал, мыть ему не надо. Что-то он здесь снимал, менял. Потом, говорит, поменял обратно. В общем, поставлена задача только заменить двигатель. Кат-коллектор вот здесь вот находится. Toyota себе не изменяет. Тоже перед двигателем катализатор расположен. Дальше идет длинная труба. Второй датчик кислородный вот здесь. И, очевидно, здесь будет какой-то дожигатель. Катализатор второй. Дальше идет выхлопная система, резонатор. И там глушитель. Так, здесь особо ничего интересного нет. Подтекает один из сальников. Правый привод. Тут на коробке какая-то площадка с болтами, с резьбой. Ничего в эту резьбу не приходит, ничего не прикручивается. Опора промвала есть. Так вроде визуально дыр каких-то не видать. В общем, вроде как блок целый. Ну, больше здесь особо ничего не скажешь. Так, днище целое. Даже особо ржавчины нет, разве что на фланце выхлопной системы. Ну, так, держится молодцом машина. Я думаю, еще походит немало. Весьма и весьма все выглядит достойно. Придраться здесь особо не к чему. Тут место под второй глушитель. Если бы это была версия с 3.5 мотором, здесь бы выхлоп был двойной. А так, мотор 2.5, второй глушитель не положен. Некоторые ставят самостоятельно. В арке тоже ничего такого интересного нет. То есть коррозии какой-то, желтизны. Все выглядит отлично. Можно мотнуть пробег на соточку полторы и кому-нибудь продать там пятому, шестому владельцу. Клиент привез воздушный фильтр, масляный, верхнюю подушку двигателя, пару прокладок на впуск и выпуск, ремень, антифриз и масло в розлив. Надпись на крышке – это просто номер двигателя. Вот он здесь располагается. С автомобиля демонтировали навесное, подготовили двигатель на демонтаж. Так все это выглядит. То есть в данном случае мы подрамник не снимаем и вытягиваем мотор вверх. Клиент говорит, что менял обгонную муфту, но она здесь вклинила. Ну а что удивляться, таково качество запчастей нынче. Дроссель немного грязноват. Двигатель сняли вверх. Больше всего меня в этом моторе удивляют квадратные порты впускного коллектора. Кто-то когда-то ругал корейцев за то, что у них на впуске квадраты вместо
круглых труб. Ну вот смотрите, у японцев тоже так сделано. Сквозных дыр в моторе нет. Герметик заводской, мотор не разбирался. Ну, посмотрим чуть позже на кантователя, что с ним произошло. Форма выпускного коллектора у них не меняется уже лет 10. Те же самые длинные трубы. Молодцы, нашли идеальный вариант компоновки и делают его без изменений. В выпускном коллекторе заслонок турбулизаторов нет. Зато есть заслонки изменения длины коллектора. Пневмопривод располагается сбоку. Клиент просит посмотреть вылет натяжителя на новом моторе, арабско-японском. И говорит, потом сравним с вылетом натяжителя на старом моторе. Дело в том, что один из моих сотрудников ездил на этом автомобиле, я уже говорил, даже нашел его по истории поездок. И говорит, когда там было что-то 1380, он говорит, слышно было, что стучал цепью. То есть вот мы как раз таки и проверим все доводы. Визиток, правда, у нас нету, а так бы еще таксиста могли бы раздавать. Видишь, на одометре 600 тысяч, на тебе визиточку, приезжай. Так, ну, натяжитель практически не вышел. Где-то 1-1,5 зубочка у него вылет. И все. Посмотрите, какой мотор чистый. В прекраснейшем состоянии. Снимаем ресивер впускной. Так выглядит все пристойно. Свеженький, чистенький. Заглянем в впускные каналы. Герметик заводской. Форсунки топливные будем ставить от нового мотора, ну, нового в кавычках с эмиратов, потому что они явно лучше по состоянию, чем те, что стояли на автомобиле. Сняли поддон, его здесь до нас снимали. Сейчас почистим герметик, помоем остатки герметика и поставим поддон на, соответственно, новый герметик. И все. Дальше мы его разбирать, естественно, не будем. Состояние у него прекрасное. Вот видите, он практически как новый. Старый двигатель вывесили на кантователе. Историю по поводу моторного масла я расскажу позже, когда дойдем до поршневых колец. Здесь нам сейчас в глаза бросилось следующее. Вот кронштейн с термостатом, с водяной помпой. На новом моторе из Эмиратов есть еще некая блямба вот здесь. То есть там, судя по всему, стоит теплообменник или что-то подобное. Здесь нет ничего. То есть кронштейн такой же, но под ним пустота. По поводу квадратных портов, прямоугольных, в свое время блогеры некоторые, которые занимаются моторами, заявляли, я не буду тыкать пальцем поименно, что, мол, круглые каналы в плане наполняемости цилиндров лучше. Тогда вопрос, почему Toyota перешла к квадратным каналам? То есть что-то, значит, они посчитали правильным вот так вот сделать. И опять-таки вспомним, что появилась изменяемая геометрия впускного коллектора, то есть изменяемая длина. Может быть, как-то это все связано. Сняли клапанную крышку. Toyota себе не изменяет. Я думаю, мало что нового мы здесь увидим, но кое-что, я думаю, найдем. Лейки полива распредвалов маслом присутствуют. И уплотнительные колечки на актуаторы фазовращателей, фазорегуляторов. Колечки, форму мы все помним, какая была на Toyota Corolla. Мы еще тогда смеялись. Здесь они немножко ее поменяли. Видимо, решили все-таки внести изменения, скажем так. Резинки уплотнения свечных колодцев дубовые. Здесь тоже все окаменело. Вообще резинки превратились в камешки. Под крышкой тоже ничего нового пока не наблюдается. Такие же чугунные распредвалы. Роликовые толкатели. Гидрокомпенсаторы есть. Так что газ и этот мотор вполне себе дружат, как мы уже поняли. Обратите внимание на чистоту двигателя. Все очень выглядит пристойно. Лаковых отложений нет. Ни желтых, ни черных, никаких, ни шлама. Кулачки все в прекрасном состоянии. Придраться здесь не к чему. Два фазорегулятора довольно-таки узеньких. Втулочно-роликовая цепь, есть метки. Впускной фазорегулятор отличается проточкой. Вот, видимо, они сделали для отличия. Так все выглядит красиво. Колпачки на клапанах есть. Вон там под толкателями. Плита распредвалов съемная. Вот здесь вот стык, уплотняемый герметиком. Открутим несколько крышек и посмотрим состояние распредвалов. С передней части блока сняли крышку. Крышка вентиляции картерных газов, так называемый сепаратор для отделения масла от паров. Кронштейн с водяной помпой и роликом тоже демонтирован. Здесь виднеется отверстие.
Ну, точнее говоря, здесь был канал масляный, и в версии мотора для Арабских Эмиратов здесь еще стоит теплообменник. А на данной версии для России Toyota немного сэкономила. Нам теплообменник не положен. Так, вот крышка. Здесь маслослив так интересно рассверлен. Вот он с головки идет, просверлен, и внизу тоже отверстие. Тут мы видим, что маслоканал должен был выходить, уходить теплообменник, но на эконом-версии двигателя просто получается переток масла с одного отверстия в другой. И, собственно, вот тосольное отверстие на водяную помпу. Мы сняли две крышечки с распредвалов, посмотреть состояние шеек. Они в прекраснейшем состоянии. Вообще износа нет никакого, так же, как и по шейкам распредвалов. Все отлично выглядит. Так что масло здесь работало прекрасно по парам трения. Остальные крышки мы снимать не будем, то есть у нас здесь идет экспресс-разборка. Плиту мы сейчас будем снимать распредвалами целиком. В переднюю плиту интегрирован масляный насос. И что мне здесь понравилось, это размеры самого масляного насоса. В любом случае, я неизбежно буду сравнивать с корейскими моторами, потому что наш рынок ими заполнен, и все-таки я считаю, что корейцы, скажем так, подсмотрели у Toyota свои моторы. Ну, то есть, у них идеология примерно такая же. Здесь вот G4ND с вольвотроником Optima двухлитровая, но они всю идею как бы забрали. Вот у них постель отделяется от головки так же, у них такие же крышки. У них все то же самое, даже фазики похожи. Но при этом у корейцев постоянно изношены постели распредвалов на G4NA. И дело там не в масле. Дело там все-таки по большей части, я считаю, что в масляном насосе его производительности недостаточно. Но это мое личное мнение имха, я ни с кем не хочу спорить. Ну то есть вот корейская помойка, это отработка уже, выкинутый маслонасос, это тоже передняя крышка. Все похоже, на канале это было много раз, но при этом есть отличия. У Toyota. Отличие это именно размеры шестеренок, то есть производительность масляного насоса. Смотрите, во-первых, все здесь идеально. То есть этот насос можно собрать, помыть, почистить от герметика и поставить, он будет ходить прекрасно. Проблем нет с шестеренками. Смотрите, какой они ширины, то есть они громадные. Можно сейчас вспомнить, по-моему, GZ. Мы тоже тогда удивлялись, какого размера там был масляный насос. Вот что-то типа такого. Ну, может быть, и не GZ, я сейчас не помню. Но где-то мы это уже видели. Все в прекрасном состоянии. И теперь смотрите. Берем от G4NA малую шестереночку и сравниваем. Опа! А, какая разница? Но, опять-таки, увеличение производительности насоса ведет к другому. Гидравлические потери, насосные потери. То есть, соответственно, мотор такой будет расходовать больше топлива, потому что ему надо, соответственно, качать больше масла, и все это влияет на вот эти самые потери. То есть, может быть, корейцы пытались сделать расход бензина меньше, может быть, это откровенное вредительство, я не знаю. Но факт в том, что мы увидели, у японца насос больше в размерах по шестеренкам, распредвалы идеальные, распредвалы чугунные, и я намеренно не называю пока масло, на котором он ездил. Все скажем дальше. Не хочу сейчас интригу раскрывать просто насчет масла, потому что бомбеж будет хороший потом. Очень хороший. Мы сначала все посмотрим, а потом будем обсуждать масло. Так, герметик, видите, заводское, это заводское нанесение. Ручками так не нанесешь. Такие ровные красивые жгутики. То есть это все машинное нанесение на заводе. При этом мой сотрудник, когда ездил пассажиром на этом автомобиле в такси, отмечал какую-то шумную работу двигателя, что-то там стучало. Водитель сказал, владелец, что стучит цепь. И вот как бы с этими мыслями мы разбираем. Он тоже думает, что цепь у него стучала. Но на самом деле, смотрите, вылет натяжителя такой же практически, как на новом моторе с Эмиратов. Ну, почти новом, скажем так. А цепь-то в отличном состоянии, она не вытянута. Практически 500 000, хотя три владельца, сколько они скрутили, вполне возможно, что здесь и 500 000 есть, я не знаю. Так что грешить на цепь здесь нечего, цепь в замечательном состоянии. Вот Toyota молодцы, да? И при этом отмечу, они доработали свой узел, наконец-то они перенесли натяжитель внутрь, вот раньше у них был в крышке, там все это текло маслом, сочилось, потело.
всегда, всю жизнь. Ну вот, наконец-то они этот узел доработали спустя столько лет. Но корейцы все утащили, они все утащили, конструктив весь, переход маслоканалов через резиновые колечки, все у них скопировано, молодцы. Все у Toyota они копируют. Но полностью скопировать они не хотят. Думают, мы здесь где-то металл уберем, подрежем, и все будет ходить так же. Но так же не ходит, то есть дженерик, он всегда будет хуже качеством, всегда. Потому что полностью они не могут скопировать. Toyota может засудить, все равно могут быть какие-то патенты и все остальное. Так, пока мне здесь все нравится, то есть прекрасный мотор, прекрасный пробег, прекраснейшее состояние. Ничего здесь критичного мы до сих пор не нашли. Все выглядит изумительно для такого-то пробега. А вот вы спрашиваете, где Toyota? Вот они и ездят. Все у них прекрасно. Втулочно-роликовая цепь, задатчик под датчик положения коленвала также стоит. Toyota все делает. Все свои старые проверенные решения сохраняет. Немножко слабина есть на цепи. Когда появится давление масла, эта слабина уберется. Тут когда-то давно просили рейтинги моторов составить. Ну вот, в моих рейтингах тойотовские моторы будут на последних строчках. Ну, не надо нам таких моторов. Вот корейцы молодцы. Вот самые лучшие моторы у них. Всем работу дают. Сами зарабатывают на запчастях, на машинах и о ремонтниках думают. Так что тойотовские моторы, не, ребят, это последние строчки рейтинга, это дно. Такие моторы нам не нужны. Произвели осмотр сот катализатора эндоскопом. Ну, состояние более-менее, есть там в начале немножко подкрашивание сот. Я думаю, еще походит. 4-5 соток отходил и еще послужит. Вот Toyota делает, видите, у них специально изогнутый выхлоп, геометрия труб. Подобран таким образом, чтобы снизить негативное влияние на катализатор. Молодцы, что сказать. Пока мы разбираем старый мотор, идет установка нового двигателя от Миши Ходоса. Обвязали, чего не хватало, поменяли, какие моменты были поломаны. То есть вот датчик, например, из предвала со старого мотора сняли. В общем, это мелочи. Так все в целом уже близится к финалу. Клиент оперативно привез обгонную муфту. Она у него вклинившая была. Хотя, говорит, менял недавно. И все равно заклинило. Сняли плиту с распредвалами. Она сейчас перед вами в перевернутом виде. Из нововведений, которые мне бросаются в глаза, это, в частности, компания Toyota или инженеры перенесли вот ось с гидрокомпенсаторами. Раньше у них, вот видно, да, здесь с края было, с края гидрокомпенсатора располагаются, маслоканал идет, соответственно, по краю головки. Зачем-то они на впуске перенесли, то есть вот сюда ближе к свечным колодцам, раньше было наоборот. Они развернули толкатель и перенесли масляную магистраль. Может быть, это сделано по каким-то компоновочным соображениям, то есть у них вот здесь вот форсунку пришлось перенести выше из-за этого громадного впускного канала, и, соответственно, поэтому они убрали масляную магистраль в другое место. В частности, вот как пример, просто двухлитровый мотор. Это RAV4 у нас здесь разобранный. Мотор здесь забракован, тоже будет меняться. Тут вообще развалилось все. Вот просто иллюстрация, как было раньше, какие были каналы, такие они то овальные были, меньшего сечения. И насколько они переделали головку. И, собственно, вот магистрали масляные, про которые я говорил. То есть они идут по краю головки. А так примерно все то же самое. Так, ну, просто покажу один толкатель, вот я снял, колпачок, который одевается на клапан, и гидрокомпенсатор, вот он. Все это соберем обратно, отдадим клиенту, может быть, кому-то пригодится эта головка. Открутили головку, сняли, начнем осмотр с камер сгорания. Здесь прожгло прокладку между третьим и четвертым цилиндром, прокладка металлическая, вот здесь вот смотрите, переток газов произошел. Относительно камеры сгорания чистой, то есть это указывает на эксплуатацию на газу. Поэтому сажевых отложений от бензина особо-то и нету. Блок алюминиевый с открытой рубашкой. Стенки достаточно толстые цилиндров. Сделаны сверления. С этими сверлениями мы уже познакомились. Вот здесь выход идет в рубашку, отверстие внизу. Сейчас достаем пластиковый отсекатель из рубашки охлаждения. Отсекатель нужен для распределения потоков охлаждающей жидкости, для того, чтобы закрыть нижнюю часть цилиндров и ускорить прогрев верхней. Итак, в гонке немец против японца. Немец выиграл, японец повержен.
и мы наблюдаем остатки мотора. Произошел прогар прокладки между третьим и четвертым цилиндром. Здесь был сильный перегрев по цилиндру. Соответственно, нарушилась герметичность прокладки, произошли задиры и оплавление поршня третьего цилиндра. Досталось также и четвертому поршню. Вот здесь видно, часть алюминия отсутствует. Третий поршень. Смотрите, что в цилиндре. Страшная картина. При этом просматриваются еще остатки хона. Вот здесь вообще оплавление поршня и произошло намазывание алюминия прямо на стенку цилиндра. При этом второй цилиндр, хоть и в пятнах, но тем не менее показывает нам остатки хона. Сеточка еще есть, тоже есть вот такой задир, термический перегрев на стороне выпуска, к слову говоря, вот здесь. Мотор капитально перегрели. Давай, крути вниз. Посмотрим первый. С первым все прекрасно, тоже остатки хона есть, влитая чугунная гильза, сверху алюминиевый кантик. Вот смотрите, куски поршня просто отсутствуют. Вот здесь вот такая вот красота. Четвертый цилиндр все продрало рядом с оплавлением по прокладке. Посмотрим перекладку. Второй более-менее, третий болтается. Геометрия поршня уплыла, он просто не выдержал. Сняли поддон, в нем много такой вот мелкодисперсной стружки, пластиковый маслозаборник, пластина-отсекатель демонтирована. Под поддоном находится блок балансиров, он нужен для того, чтобы вибрации от мотора 2.5 на 4 цилиндрах сглаживались. Мотор работал тише, равномернее. Снимай, посмотрим, переворачиваем, покажем. Вот так он выглядит. Здесь текстолитовая шестереночка присутствует. И, соответственно, два валика. Корпус разборный. Разберем, посмотрим состояние. Вторая шестеренка тоже текстолитовая. Далее мы снимаем нижнюю плиту блока. Она алюминиевая. И посмотрим на коленвал и форсунки. Когда люди видят такие моторы, вот пары трений в идеале, обычно говорят, там масло отличное. Здесь дело не в масле, а в том, что стоит газовое оборудование и... От бензина, который не используется, практически не идет сажи в масло. Бензин у нас такой своеобразный, ну и в регионе, да и вообще в стране. То есть много ароматики, это всем известно, кто этой темой немного хоть занимается. И, соответственно, когда бензин сгорает, много сажи в камере сгорания, все это идет в масло. Масло быстро чернеет, темнеет. И те, кто чаще масло меняют, те, соответственно, убирают всю эту сажу, растворенную в масле. Она действует как абразив. В данном случае, смотрите, балансиры в прекрасном состоянии, несмотря на громадный пробег. И вкладыши, и шейки вообще как новые. Под плитой тоже все очень чисто. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие канавки износа под сальником. При том, что сальник резиновый, не задубевший. И опять-таки это к вопросу о чистоте моторного масла и отсутствии сажи как продукта сгорания бензина. То есть все-таки первично вот эта сажа, она выполняет роль абразива. На бензиновом моторе здесь бы уже была глубокая канавка. Ну и сейчас самый, так сказать, цимис этого двигателя, это масляные форсунки. Миша Ходос у себя на канале этот мотор уже показывал. Показывал форсунки, нас вспоминал. Ну и вот теперь, по иронии судьбы, мы вспоминаем Мишу Ходоса, ставим его двигатель и смотрим на эти самые форсунки. Toyota здесь, конечно, очень-очень соригинальничала. Смотрите, у них, во-первых, на форсунках по два носика, но мало того, на втором и третьем цилиндрах еще дополнительные форсунки добавлены, которые имеют один носик. Сняли крышки коленвала, сняли крышки шатунов. Шатуны здесь по-прежнему традиционные для Toyota конструкции на штифтах. Ломаных разъемов они не делают почему-то. По каким причинам, я не знаю. Вкладыши все в прекрасном состоянии. Шатунные тоже. И снова к вопросу масла мы вернемся тогда, когда посмотрим на поршневые кольца. А сейчас мы констатируем тот факт, что колено в идеальнейшем состоянии. Никаких проворотов, никаких износов нет. И покрытий на вкладышах хитрых тоже нет. Обычные алюминиевые вкладыши. Безусловно, предвижу комментарии, форсунки есть, есть задиры. Но на это я буду отвечать с применением технической литературы. От Кольбеншмитта, это известный производитель немецкий, поршневых групп, то есть поршни, кольца, гильзы и все остальное. У них есть целая брошюра на тему повреждения
поршней, и они там объясняют, прям показывают наглядно и объясняют, какие причины могут приводить к таким повреждениям. Сейчас вот я все объясню. Так, смотрите, опять-таки форсуночком, да, видим, красотища какая. Вот такие бы форсуночки, да на корейцев, было бы вообще отлично. Интересно, как они разбили зону подачи масла на поршень на три части. У них центральная писалка бьет внутрь поршня, а две крайние бьют в бока поршней, вот в самый край. То есть как-то у нас была дискуссия по поводу возможного расхода масла при таком варианте подачи к днищу поршня, но вот здесь вот тойотовцы прям вообще бесстрашно в таком количестве подают масло. И опять-таки вспомним, какой у них мощный масляный насос, да, то есть под три форсунки фактически. Я думаю, если на корейца столько форсунок поставить, он просто умрет. Вот, а здесь прямо они молодцы. И при этом еще сами форсунки у них отличаются. То есть у них видно, вот одна форсунка, какой-то клапаночек там отличный вот от этого. Ну, то есть, соответственно, на разных режимах эти форсунки по давлению масла, видимо, работают. Ну, молодцы, что-то они там просчитали, досчитали и решили сделать вот так. А в четвертом и первом они, видимо, решили, вот здесь вот боковая стенка, ничего нет. Здесь форсунка не нужна, и здесь тоже боковая стенка, форсунка не требуется. Это очень интересно у них, видимо, все это на компьютере просчитано. То есть они льют масло сразу в три зоны. Сюда, сюда и вот сюда. Теперь посмотрим поршневую группу. Поршни такие мы уже видели на Highlander 3.5 V6. На Z тоже примерно такие же поршни, так что здесь нового ничего нет, кроме толщины колец. Она экстремально маленькая. Компрессионные кольца по миллиметру, первое, второе, а маслосъемное 2 мм. При этом оно является коробчатым с небольшими редкими отверстиями. Сверления под маслосъемным кольцом имеются. Вот здесь вот пятно перегрева, то есть видите, да, здесь алюминий свой цвет потерял, начал оплавляться, вот темное пятно. Вот здесь вот поршень фактически прогорел. Вот, пожалуйста. Покажу крупным планом. Здесь пошел прогар. Вот здесь вот оплавление поршня. Здесь прям кусков алюминия нету. Так что, какие тут задиры? Тут как капитальный перегрев двигателя. Вот чего. Четвертый поршень рядом с перемычкой. Здесь тоже он оплавлен. Вот прям аж куски алюминия наволокло на кольцо. Видите, здесь он плавился, и прям жидкий алюминий кольцо счищало. Я тут клиенту отправил вопрос, это на газу вообще было? Он говорит, да. Обратно, говорит, пустой ехал, на подъеме умерла, шел 160-170. Уже, говорит, было с третьим цилиндром, свечу менял 4 месяца назад. Вывод правильный, значит, форсы не поменял вовремя, переливали. Я ему говорю, тут не перелив, а явно объединение смеси и перегрев. Ну, говорит, вам виднее. Жарко, говорит, там в цилиндрах, вы в минус 18 перегрев получить. Ну, я ему написал, что в глупости не писал, что в цилиндре вообще-то совсем другие условия. Теперь переходим к литературе. Есть такая брошюра от Кольбеншмитта. Она называется «Повреждения поршней и их причины». Легко гуглится в поисковике, выложена в открытом доступе в PDF-формате. Там наглядно с иллюстрациями изложены виды повреждения поршней и по каждой позиции дан список причин поломки. Открываем страницы 28-29 в разделе «Прогары на головке и юбке поршня. Двигатель с принудительным воспламенением смеси». Читаем перечень причин данной поломки. Первый пункт – свечи зажигания с недостаточным калийным числом. Ну, я думаю, это можно отнести смело. Дальше. Слишком бедная смесь и в результате этого повышенная температура сгорания. Теперь мы вспоминаем, что у нас газовое оборудование. Соответственно, если у нас форсунка не доливает, допустим, в мощностном режиме, если у нас производительности газового редуктора не хватает и происходит падение давления в магистрали на мощностном режиме, то, следовательно, произойдет объединение смеси. Объединение смеси приводит к перегреву в камере сгорания, повышению температуры и, как следствие, оплавлению деталей. То есть никакие форсунки здесь ни от чего не спасут, если у вас, извините меня, в камере творится ад. То есть если у вас там просто все плавится. Ну, если, извините, вы там в плавящуюся печку с алюминием жидким начнете ссать, извините, на нее своим писюном, то я думаю, что вы не сможете ее потушить.
Тут либо надо размеры писюна увеличивать до пожарного бронспойта, тогда, может быть, вы сможете сбить температуру, но никак не вот эти маленькие тоненькие писюльки. То есть здесь уже надо понимать, что происходит авария двигателя. Происходит тот режим, когда он уже дальше все работать не будет. То есть это просто аварийный режим, вот и все. И в случае газовых моторов я вот таких вот поршней повидал очень много. На бензине тоже бывает оплавление поршней. Например, форсунка забилась. Причем, поймите правильно, вот многие напишут, там у вас лямбда стоит, она должна все это увидеть. Она не увидит, что происходит в одном цилиндре. Если у вас в третьем цилиндре, например, форсунка газовая не доливает топливо, то есть ее производительности не хватает, а остальные три форсунки работают нормально, одна лямбда, которая считывает интегральные показания с четырех цилиндров, она не увидит проблему по одному цилиндру. И вот и все. То есть не сможет компьютер отследить один цилиндр. Для этого нужны 4 лямбды на каждой трубе выпускной от каждого цилиндра. Но это, извините, удел спортивных моторов. На гражданских моторах вы 4 лямбды никогда не найдете. Может быть, там какие-нибудь Бугатти или еще что-то. Ну, такие спортивные машины или моторы. Может быть, там 4 лямбды стоят или там 8 лямбд, если это V8 или V12. Я не знаю. Но в гражданских моторах такого количества лямбд нет. Соответственно, считывание датчика лямбды происходит интегрально, то есть усредненно между четырьмя цилиндрами. Дальше идем. Поврежденные клапаны или слишком малый зазор в клапанном приводе, поэтому клапаны неправильно закрываются. От протекающих горячих отработавших газов клапаны начинают раскаляться. В первую очередь касается выпускных клапанов, потому что впускные клапаны охлаждаются свежими газами. Здесь, я думаю, этот пункт можно отнести, потому что все-таки стоят гидрокомпенсаторы и маловероятно, что проблема была в них. Дальше, следующую причину немцы пишут. Раскаленные остаточные продукты сгорания на днищах поршней, головке блока цилиндров, клапанах и свечах зажигания. Здесь идет речь про калийное зажигание, когда вот сажа, нагар в большом количестве, осадившись на поршне, на клапанах, начинает раскаляться и поджигает смесь. Но мы видели, что камеры сгорания чистые, я думаю, этот пункт можно отнести. Следующий пункт. Неподходящее топливо со слишком низким октановым числом. Качество топлива должно соответствовать степени сжатия двигателя. То есть это к вопросу о том, что на бензиновых моторах такое мы тоже видели. И если вопрос форсункой там, например, можно отнести, то качество бензина вполне может повлиять на это. Но в данном случае эксплуатация была на газу, на пропан-бутане октановое число высокое, и я думаю, здесь можно смело это отнести. Следующий пункт. Немцы пишут, что может быть дизельное топливо в бензине и в результате этого понижение октанового числа топлива. Но здесь у нас все-таки опять газовое топливо, и дизель там не мог быть, ну никак от слова совсем. Отметаем. Следующий пункт. Высокая температура двигателя или всасываемого воздуха из-за недостаточной вентиляции моторного отсека. Опять-таки идет речь про перегрев, то есть система охлаждения не справляется. Виной тому могут быть забитые радиаторы, которые клиент отказался мыть и говорит, что там вроде как все нормально, что он их менял. Ну и следующий, последний пункт – это общий перегрев двигателя. То есть жесткое валилово на запредельных скоростях, которые ПДД нашим дорогим и доблестным не разрешены. И гонки вот такие вот на максимальной скорости. Там с BMW, с Mercedes, всеми остальными. То есть понимаем, что двигатель вывели за предельные режимы, на которые он был рассчитан. То есть все-таки это гражданский автомобиль, а не гоночный болид. Хотите гоняться с BMW, покупайте BMW. Поэтому все-таки в данной ситуации с оплавлением поршня я склоняюсь к тому, что газовая система, она подвела владельца этого автомобиля. Здесь уже газовикам надо разбираться, это смотреть производительность редуктора, кататься с диагностическим оборудованием, смотреть, проверять форсунки. В противном случае, тут еще такой момент, если как бы вот поставили этот новый мотор там от Миши Ходоса, с Эмиратов, внешне выглядит просто прекрасно, все это запустили, проверили, отдали клиенту, и тот снова начинает гоняться с BMW и Мерседесами, жмет тапку в пол, с газом ничего не сделал, ведь мы такие дураки, там за бортом минус 18, можно гнать, и снова у него плавится поршень. Кто в таком случае будет виноват? Миша Ходос? Он поставил плохой мотор, продал? Или кто? Клиент не хочет это признавать. Ну, клиенты не хотят это признавать, им это не нравится. У меня вот, недавно я в Телеграме писал, был спор с человеком. То есть, приехал Форд на капиталку с газом,
Я ему сказал, что надо газ проверить, что надо обкатку выполнить на бензине. И он все это так резко негативно воспринял в штыки. Мы с ним начали спорить. В итоге я просто отказал в приеме на ремонт. Зачем мне человек, которому невозможно ничего объяснить, ничего доказать, который ничего не хочет понимать и слышать? То есть как бы здесь тяжеловато общаться с людьми, у которых нет технического багажа знаний, которые не читали никакие брошюры от Кольмен-Шмидта, естественно, моторы не делали, и у них все просто и очень легко. То есть вот оплавление, перелив форсунки. Ну какой тут перелив форсунки? Когда перелив форсунки, это уже будет другая картина. Да и опять-таки, что мы здесь, на дизеле, что ли? Это у дизеля там, ладно, перелив форсунки пошел, там, как говорится, все ясно. Но здесь-то совсем другое дело. Это же бензиновый мотор, но в данном случае еще и на газу. Так что первым делом это газ. И поэтому я, когда начинаются споры с клиентами там, про гарантии, про все остальное, я им говорю: так, давайте, ребята, вентиль на баллоне газовым пломбируем, наносим пломбу, катаетесь на бензине, у вас машина бензиновая, все настроено на бензин, мотор разработан под бензин, программа. И после того, как вы пройдете обкатку, когда закончатся условия там, гарантии, тогда, пожалуйста, срывайте пломбу, но имейте в виду, что на газу уже гарантии не будет. Вот это правильный разговор. Но, к сожалению, многих он не устраивает, понимаете, да? То есть они хотят, чтобы ты отвечал за все, в том числе и за газовое оборудование, которое ты не ставил, не настраивал, и, соответственно, за него гарантии не давать и нести не можешь. Но это так, все лирика. Короче говоря, почитали все брошюрку от Кольбеншмитта, посмотрели, убрали пробел, сделали ликбез, и теперь все. Ну, в целом, по поводу мотора, что могу сказать, в целом он мне понравился, несмотря на наличие очень тонких колец. Конечно, это печаль, беда, эти кольца, этих моторов. Они рассчитаны на жидкое масло. То есть здесь очень мелкий хон, мелкозернистый, низкая шероховатость у этого хона. Тяжеловато такие моторы ремонтировать и делать. Кстати, я еще забыл рассказать по поводу ремонтных запчастей. Вот это самое главное. То есть можем ли мы вообще ремонтировать эти моторы? Это очень интересно. Сейчас чуть позже, я же еще про масло обещал рассказать. Чуть не забыл, представляете, ролик кончается, а я про масло ни хрена не сказал. Вот это там хейт это в комментариях будет. Так вот, в целом все хорошо, мотор классный, отличный. Японцы поработали над косяками, доделали его немножко, допилякали. Оставили неплохие шатуны-вкладыши, неплохие поршни, мощные кондовые, смотрите, шатуны какие. Ну, колечки, да, все сделано для того, чтобы все-таки немножко ресурс подрезать. Но опять-таки эти тонкие кольца сделаны под низкую шероховатость хона. И если вы на таких кольцах будете собирать моторы с обычным хоном, то получите геморрой, получите косяки с масложором. Я снял одно маслосъемное кольцо. Чистая канавка, не закакана ничем. Пружинка-расширитель тоже относительно неплохая, чистенькая. Ну, редкие отверстия, конечно, здесь подзасрались. Хотя кое-какие отверстия там еще есть чистенькие. Вот смотрите, одну дырочку нашел. Но остальные что-то не видать. Такое оно уже подзагадилось. Но, тем не менее, канавка такая чистенькая. И вот сейчас я вам расскажу про масло. Я думаю, наши масляные хейтеры уже давным-давно видео закрыли и убежали куда-то в другое место там что-нибудь смотреть, что им больше нравится. Я спросил у клиента, чего он лил, как менял. И сейчас вам расскажу страшную правду. Лилось сюда масло 5W40 финского производителя Neste. Я так понимаю, разливуха, которую вы видели там в баночке. Есть такие масла, они достаточно редкие, мало кто их льет, но есть те, кто продают. Я, кстати, видел сам. Но масла такие я обычно не использовал, редко кто из клиентов приносил, там, может быть, 2-3 случая вспомню. Поэтому у меня своего мнения по поводу масла Neste как-то за годы работы оно не выработалось. То есть у меня к нему абсолютно нет никаких мнений, я нейтрален к этому маслу, потому что его нигде нет и никто на нем не ездит. Но вот оказывается, таксист проехал на этом масле 300 километров, то есть 5W40 сюда как бы по впечатлениям там комментаторов лить вообще нельзя, то есть этот мотор там с тонкими каналами масляными, видите, какие каналы тонкие, о, тонкие каналы сюда вот. Еще бы мой мизинец был поменьше, он бы, наверное, провалился в эти тонкие каналы. Значит, они там что еще писали, что тонкие кольца, соответственно, все это не счищается. И интервал замены
у этого клиента, вот он честно сказал, от 15 до 18 тысяч пробега. То есть он менял масло практически раз в 18 тысяч. Как вам, а, такое? Плюс к этой информации расход масла у него составлял за весь этот промежуток порядка 800 грамм всего лишь. То есть, как он говорил, я проезжал там что-то примерно около 8 тысяч, вливал, говорит, туда 800 граммов масла, уровень, говорит, уходил до минимума с максимума, и так я вот еще проезжал до 15-18 тысяч, потом менял масло, вот и все. И вот ваши моточасы, причем, говорит, машина молотила на холостых у него часами, сутками и днями, он ездил по трассе очень много. В общем, все представления вот этих вот форумов полностью этим двигателем опровергаются. А почему? Потому что машина ездила на газу. Если бы он не гонялся за BMW, если бы ездил спокойно или настраивал бы ГБО, вот таких проблем с оплавлением поршня у него бы не было. Вот и все. А чистота мотора и отсутствие износа абразивного объясняется просто, потому что на газу нет сажи, масло чистое. Так что вот рецепт идеального мотора. Это газ, и газ должен быть настроен. Тогда слова про то, что газ убивает двигатель, не газ убивает двигатель, двигатель убивает некачественная, неграмотная настройка, либо выход комплектующих из строя, то есть редуктора и форсунок газовых. Вот и все. Вся проблема только в этом. А так, очень жаль, что мир идет по пути электричек, по пути вот этих вот аккумуляторов, когда могли бы продвигать тему с газообразным топливом. И моторы бы ходили намного дольше, и масло бы пришлось менять намного реже, межсервисные интервалы бы удлинились, но кабы да если сидели в кресле, газовой революции не случилось и уже не будет никогда, похоже. Даже в России, несмотря на государственную программу продвижения газообразного моторного топлива, что-то как-то все это продвигается очень плохо и никуда особо не двигается. На этом все. Те, кто способен что-то услышать и понять, все поняли и услышали. Тем, кто привык хейтить, ну, хейтите дальше, мне как-то все равно. Я свое мнение высказал, подтвердил документально литературой от производителя поршневой группы. Я думаю, это достаточно авторитетный источник. На этом все. Мотор разложили по пакетам. Сейчас мне осталось только изучить информацию по ремонтным запчастям, изложить ее вам. И на этом мы с дефектовкой этого мотора заканчиваем. Ждем первый запуск двигателя от Ходоса. Надеюсь, да не то что надеюсь, я уверен, что там все будет отлично. Клиент в нетерпении, ждет, не дождется свой автомобиль. По ремонтным запчастям меня, в общем-то, интересовали только поршни, кольца под расточку и вкладыши под шлифовку коленвала. Значит, информация следующая. Она актуальна только на день съемки, то есть ситуация меняется каждый день. Кто-то, например, завтра выпустит целую гамму вкладышей или поршней, и эта информация будет уже не актуальна. По поршням завод ничего не предлагает, есть только заменитель на 0,5 без колец. То есть можно так-то блок расточить. Там чугунная гильза залита, ничего страшного в этом не будет. Но с кольцами посложнее. Колец я не нашел, может быть, они появятся завтра, послезавтра или через год, либо можно переделать на какие-нибудь другие кольца, благо что место на поршне позволяет. Касаемо вкладышей, коренные вкладыши есть ремонтные размеры, потому что, видимо, они взаимозаменяемы со старыми вариантами двигателей. А вот на шатунные вкладыши что-то пока я ничего не нашел ремонтного. Может быть, появится позже. На этом все. То есть двигатель условно ремонту подлежит. То есть либо вы меняете его на контрактный вот такой вот, либо пытаетесь починить. Еще отниму несколько минут вашего драгоценного времени. Клиент задает очень интересный вопрос. Вот он пишет, я склоняюсь к форсункам, свечам. Ну да ладно, со свечами и с газом пускай разбираются газовщики. А по поводу такого вопроса, датчик температуры у меня он никогда не превышал, то есть он не ловит это мгновение. Такое чудное мгновение и чудный вопрос. Хотел бы его прокомментировать. Тоже очень интересный вопрос, который иногда задают клиенты. Мол, какой там перегрев, у меня на приборке никогда ничего стрелка не превышала. Теперь я хотел бы вот ответить сразу всем. Я каждому клиенту вынужден на такие вопросы отвечать, то есть растолковывать. У вас датчик температуры термопара находится в одном месте двигателя, где-то с краю головки, то есть в районе четвертого цилиндра. Ну, условно, пример такой. Вот вам на голову разместить термопару где-нибудь на макушку, а ноги засунуть в печку.
То есть несколько мгновений, там минут, у вас ноги будут обугливаться, гореть, и термопара на голове, она ничего не увидит. Если кто смотрел или помнит видео по поводу ремонта Insignia с турбомотором, там мы показывали, что весь двигатель опутан термопарами, заводом-изготовителем, и имеет несколько датчиков температуры, расположенных в разных местах двигателя, в том числе и в районе блока цилиндров. Что видит датчик температуры на головке, расположенном вверху? Да ничего он не видит. Он видит только общую температуру по больнице. А где-то, если в подвале пожар, он этого не увидит никак. И когда у вас вот какие-то мгновения происходит резкое повышение температуры в камере сгорания, объединение смеси, тоже ничего мотор и этот датчик не успеют увидеть. Просто поршни успели оплавиться, застучать, забрянчать, залить алюминием расплавленным цилиндры, и все, и вы встали со стучащим мотором. Никакого перегрева на датчике температуры и на приборке вы не увидите. Это всего лишь одна термопара, и расположена она далеко от места происходящих событий. Вот и ответ на этот вопрос. То есть, по факту, ничего этот датчик температуры на панели нужного и важного не несет и не дает. И не зря производители его убрали, потому что он там нафиг не нужен. Либо надо много-много датчиков температуры и много-много термопар. А поскольку изготовители на всем экономят, то на таких ширпотребских моторах такого количества термопар никогда не будет. Вот и ответ на этот вопрос. Убедившись, что риски владения в корпоративном парке нашу Toyota миновали, а если других Toyota, кроме корпоративных, в регионе нет, то нажимаем на дроме кнопку «Подписаться», смотрим дальше и проверяем по цене. Дром подскажет, когда она выше рынка. Дальше просто можно посмотреть историю владения. Вот так Дром в пару мгновений сэкономил вам бесплатно 5 часов времени. Так что за новой машиной иди на Дром. Все ссылки в описании. Двигатель установлен. И вот первый запуск у нас предстоит. Его мы зафиксируем на видео. Антифриз залит. Масло залито. Масло есть. Максимум. Все. Теперь устанавливаем клемму, затягиваем. Группа поддержки молится, чтобы все было хорошо. Отойду подальше из зоны полета шатуна. Так, вспышечки. Что-то как-то никак. Быстро скидывает прогревочные обороты. Начинает у нас обгорать медная паста, нанесенная на все соединения. Сейчас все это обгорит, выветрится. Будем проверять систему охлаждения. Может быть, я немного покатаюсь, а может быть и нет. Посмотрим. Так работает прекрасно. Замечательно. Не успели мы отдать автомобиль, еще пока проверяем работу двигателя всех систем. Тут вот у нас параллельно Sportage ремонтируется, ходовка делается, диски тормозные, двигатель делали. И занимались ремонтом полного привода. Вот, муфту отремонтировали, там обрыв чашки произошел, пропал полный привод, муфту разобрали, чашку заварили. Тут такая ситуация произошла. Ну, понятно, да, все рычаги как бы тут перетрясли, сайлентблоки. Датчик есть. Вот он здесь располагается. Вот этот болтик хитрый, он сломался. Короче, ребята думали-думали,
И с клапанной крышки старого двигателя один из болтиков идеально подошел вместе с шариком сюда. Так что на Sportage теперь живет болтик из Camry. Подходит идеально. Встает как родной. Вот про этот болтик разговор. Подходит отлично. На бензине мотор работает хорошо, ровно. Мы форсунки поставили от двигателя, который Ходос нам прислал. Ну, точнее, не нам, а клиенту. А на газу работает он. Сейчас посмотрим, как работает. Так, ошибок нет. На газу как-то начинается трястись движок, и вибрация появляется. Ну вот, клиент говорит, на газу работало плохо. Зачем же ездить 180 за BMW, если у тебя газ не настроен? Ну, хочешь погонять, переключись на бензин тогда. Смотрите, как работает отвратительно. Вот вам и ответ о причине поломки. Пожалуйста. Газ мертвый за собой, мотор потянул. Да, вот сейчас переключим на бензин. Ну, смотрите, как зашептал сразу. Ровненько работает, мягко. Также я выключил экономичный режим EcoDrive. Вот еду просто в обычном режиме 60 км в час. По коррекциям проблем нет. Я тут в четверть глаза пытаюсь еще и на них смотреть. По долгосрочным коррекциям 3% идет добавка. По краткосрочным в районе 1-2-3% туда-сюда пляшет. Это нормально. Педаль в пол нажал. Сработала система стабилизации. По коррекциям проблем нет. То есть режим кикдауна и резкое педалирование топливная система на бензине отрабатывает без проблем. Дорога достаточно скользкая, поэтому я горцевать не собираюсь. Работает тихо. Так достаточно хорошо, и по подвеске проблем нет. Ничего не стучит, не гремит. Разве что только пластик по панели побрякивает. И все. Клиент говорит, два комплекта свечей поменял. Что-то, говорит, свечи сгорают. Ну, конечно, они будут сгорать, если с газом проблемы, если он не настроен. То есть, опять-таки, вот сейчас развернется дискуссия. Газ зло, вредный, убивает мотор. Нет, газ не злой, он не вредный. Вредная настройка и неработающие компоненты. Вот и все, вся проблема только в этом. Таким образом, мой совет владельцу этого автомобиля: пока эксплуатировать машину на бензине и ехать разбираться с работой газовой системы. А наша работа выполнена. Потратили мы на это примерно суммарно день-полтора. Вчера во второй половине дня начали снимать мотор. Сегодня к вечеру, второй день, мы заканчиваем. Все, возьмем с него небольшую сумму за замену двигателя, за снятие, установку элементов ГБО. И все, пускай забирает автомобиль. Старый двигатель разобранный загрузили в багажник. На этом наша работа закончена. Всем спасибо за просмотр. Мише Ходосу спасибо за двигатель. До свидания.